Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Юлия Рогоцкая. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Ремонт Некрасовского путепровода начнется через пару недель, а пока власти продолжают организацию альтернативного проезда. Дорога соединит Мыскунгасный и Моргородок. Делали там дорогу, дальше асфальтируем, сегодня закончил. Все, что обещали людям, сделали. Сделали проход под мостом. Новые технологии, отсутствие очереди и грамотная работа регистраторов. Медорганизации Приморья участвуют в проекте «Бережливая поликлиника». Мы открыли бережливую поликлинику в условиях стационара не только детской поликлиники отделения Катамнеза, но и в женском. Музей имени Арсеньева решил сделать каникулы приморских школьников интереснее и полезнее. Ребята и их родители ждет приключения сам по следам. Мы стали частью этого большого события, у которого большая-большая история и, я думаю, большое продолжение. Также в выпуске. Приемная кампания стартует в вузах региона. Абитуриенты могут подать документы сразу в 5 заведений. Еще расскажем, у главных врачей в Приморье могут сократиться зарплаты. Их привяжут к исполнению национального проекта «Здоровье». Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Ремонт Некрасовского путепровода стартует через 2-3 недели. Между тем, в мэрии дали разъяснение относительно предстоящих работ. Так полностью перекрывать путепровод на время ремонта не будут. Ограничения ведут на определенных участках по направлениям и по полосам. Сначала будут делать по очереди полосы по направлению в центр города, потом в обратную сторону. Проехать можно будет несколькими маршрутами через сам путепровод, по дороге от Нефтеветки до Кунгасного, через улицу Снеговую. Через последнюю также будут ездить и большегрузы. Пассажирские автобусы поедут по открытым полосам путепровода согласно утвержденным схемам движения. Стоит также напомнить, что во Владивостоке готовят запасной объезд на время ремонта Некрасовского путепровода. Альтернативная дорога соединит Мыскунгасный и Моргородок. Сейчас там идут работы по замене асфальта, а также по установке знаков и освещения. Подробнее расскажет Максим Яковлев. Жители Владивостока с некоторой опаской ждут начала ремонта Некрасовского путепровода. Пробки, и так сковывающие движение в час пик, станут многочасовыми. Однако администрация города и сам глава Владивостока Олег Гуменюк успокаивают горожан, отмечая, что у людей будет возможность объехать область дорожных работ. Специальный альтернативный проезд пройдет от Кунгасного до Моргородка. Сейчас на участке от переезда через Моргородок ведется восстановительный ремонт дорожного полотна. Также работники косят траву и спиливают деревья, которые мешают обзору водителей. Впереди установка знаков, монтаж камер видеонаблюдения и освещение на ЖД-переезде в районе нефтебазы. Уже переезд готов у нас. Остались последние моменты договоренности, те, которые мы решали с нашими взаимодействиями структурами. Это железнодорожники очень помогли хорошо, и перерабатывающая компания нефтяная. Ну, это говорит о том, что когда есть слаженная работа и все заинтересованы, то всегда можно сделать все то, что мы сделали. Глава также отметил, что несмотря на прошедшие дожди, дорога в удовлетворительном состоянии. Но перед ее открытием дорожники дополнительно пройдут по маршруту и подсыпят асфальтовой крошкой неровности. Делали там дорогу, дальше асфальтируем, сегодня закончил. Все, что обещали людям, сделали. Сделали проход под мостом. Как отметил глава города, ремонт дорожного покрытия на Некрасовском путепроводе не подразумевает полного закрытия. Будут вводиться лишь временные ограничения на определенных участках. Проехать можно будет по нескольким маршрутам. Через сам путепровод, по дороге от Нефтеветки до Кунгасного и через улицу Снеговую. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся. Сам же ремонт на Некрасовской начнется ориентировочно в начале июля. Максим Яковлев, новости на восьмом. Дополнительные выборы депутата Думы Владивостока по округу номер 9 в Первомайском районе назначили городские избранники. Единогласно они утвердили единый день голосования – 8 сентября, днем проведения выборов. Почти все парламентские партии определились со своими кандидатами. В начале июля состоятся конференции по их выдвижению. Подробности у Светланы Садовой. Внеочередное заседание Думы Владивостока состоялось 18 июня. Депутаты рассмотрели внесенный еще 27 мая проект решения о назначении дополнительных выборов депутата Думы Владивостока по одномандатному избирательному округу номер 9 в Первомайском районе. Необходимость в таком решении возникла из-за досрочного прекращения полномочий одного из депутатов. Народные избранники также единогласно утвердили единый день голосования. 8 сентября названо днем проведения выборов. Почти все парламентские партии определили
поделились со своими кандидатами. В начале июля состоятся конференции по их выдвижению. Сегодняшнее внеочередное заседание Думы города Владивостока посвящено, как вы знаете, да, объявлению даты до выборов в Думу города Владивостока по 9-му одномандатному округу. До выборы в Думу Владивостока пройдут в связи с тем, что единорос Александр Щербаков, представлявший в Гордуме часть Первомайского района, в прошлом году победил на выборах в законодательное собрание Приморья по Хасанскому муниципальному району и Фрунзенскому району Владивостока. Соответственно, согласно кодексу избирательного Приморского края и уставу города Владивостока, дата объявления до выборов в Думу города Владивостока должна быть назначена не ранее, чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до основного дня голосования. Все кандидаты в Думу Владивостока сейчас проходят согласование с Москвой. Политологи, между тем, считают, что на грядущих выборах много шансов у самовыдвиженцев. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Главные врачи Приморья могут потерять в зарплате, если их больницы и поликлиники не достигнут целевых показателей по медицинской помощи. Контроль над исполнением национального проекта «Здоровье» ужесточится после преобразования администрации края в правительство. Также планируется сокращение рядовых вакантных должностей и введение новой штатной единицы, которая будет контролировать исполнение показателей. Об этом сообщила первая вице-губернатор Вера Щербина. Она подчеркнула, что прежде всего больницы должны научиться зарабатывать деньги в фонде медицинского страхования. А также напомнила, что в конце прошлого года из федерального бюджета краю был выделен почти 1 миллиард рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений, но их долги продолжают расти. По мнению Веры Щербины, многие больницы не хотят зарабатывать, а нужно идти к каждому пациенту, выявлять заболевания на ранних стадиях и лечить. Напомню, за первые 4 месяца 2019 года задолженность медучреждений Приморья составила почти 700 миллионов рублей. Тем временем обеспечивать отсутствие очередей и комфортное обслуживание в государственных поликлиниках призван федеральный проект «Бережливая поликлиника». В нем участвуют и медучреждения Приморья. На днях к проекту присоединился Приморский перинатальный центр. Ежегодно центр принимает 8500 детей. Еще 1300 пациентов наблюдается в клинике в возрасте до 3 лет. Внедряемые технологии «Бережливой поликлиники» позволили создать комфортную среду в учреждении, а также эргономично распределить функционал регистраторов и административного персонала, чтобы устранить очереди. Подробности у Катерины Матвеевой. Вместо застекленных окошек – открытая регистратура. Администраторы и пациенты разделяют лишь стойка высотой по пояс. Теперь, чтобы пообщаться с регистратором, не нужно говорить в микрофон или засовывать голову в окошко. Общение с административным персоналом медицинских учреждений переходит к цивилизованному уровню. Мы открыли бережливую поликлинику в условиях стационара не только детской поликлиники отделения Катамнеза, но и в женском отделении, именно в отделении, куда обращаются женщины, которые планируют наступление беременности. Это очень важно. Почему? Потому что сегодня это является одним из федеральных национальных проектов, который поддерживает президент Российской Федерации, уделяет большое внимание, и, конечно же, департамент здравоохранения вместе с администрацией Приморского края. Проект направлен на то, чтобы медицинская помощь была не только качественной, но еще комфортной и доступной. Для этого в Приморском перинатальном центре, кроме удобной регистратуры, открыли телефон горячей линии и сайт главного врача, куда поступают и обрабатываются отзывы пациентов. В детской поликлинике открыта комната для кормления, молебенная комната для родителей. Перинатальный центр сегодня принимает самых сложных пациентов. 18 промиль. 18% составляет процент преждевременных родов по Приморскому краю, именно в перинатальном центре. Если брать с российским показателем, этот процент составляет всего 15%. То есть это, наверное, говорит о том, что все-таки самая сложная категория наших женщин поступает именно в структуру перинатального центра. И именно самым маленьким пациентам мы дарим жизнь. В открытой детской реанимации лежит 14 детей, которые получают комплексное лечение. Система мониторинга следит за состоянием детей. С ее помощью можно отслеживать частоту, пульс, дыхание и другие показатели, которые помогают узнать, как чувствует себя новорожденный. Мониторы находятся как на посту среднего медицинского персонала, так и в ординаторской. Мы вот тогда спустимся в детскую поликлинику, да?
Справедливости ради отметим, что Приморский перинатальный центр – это все-таки не поликлиника в прямом смысле этого слова. И такого потока пациентов, как в стандартных городских поликлиниках, здесь нет. Авторы проекта «Бережливая поликлиника» предполагали, что за счет правильной организации потока пациентов время ожидания приема врача будет сокращено в 12 раз. Обещание, прямо скажем, амбициозное, если учесть, какой кадровый голод испытывают десятки поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов края. А пока во многих поликлиниках Владивостока, чтобы попасть к узкому специалисту даже по высокотехнологичной электронной очереди, приходится ждать иногда и несколько недель. Альтернативные варианты многим просто не по карману. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, новости на Восьмом. В Приморье пытаются решить еще одну проблему – наводнение паводков. В конце прошлого года, в начале этого, в крае уже расчистили и укрепили русло 30 рек и 13 ручьев на территории 18 муниципалитетов. Такие данные озвучил вице-губернатор Олег Мельников на совещании у министра гражданской обороны Евгения Зинчева. Как подчеркнул глава МЧС, сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири спасатели противостоят двум стихиям – огню и воде. Говоря о ситуации в Приморье, Олег Мельников отметил, что лесных пожаров на территории края нет, а паводковая ситуация в норме, даже несмотря на прошедшие ливни. Тем не менее, с наступлением лета и периода тайфунов и циклонов риск наводнений возрастает. Сейчас в крае усилена работа по защите населенных пунктов от подтоплений. Возведены также временные сооружения вдоль берегов. Восстановлены участки дамб, перемещено более 16 тысяч кубометров грунта. В Приморье разработан план по предотвращению наводнений до 2023 года. Он предусматривает строительство 12 новых объектов защиты и реконструкцию 4. На этой неделе устойчивой погоды в регионе, кстати, ждать не стоит. Время от времени над Приморьем будут проходить атмосферные фронты, вызывая дожди разной интенсивности, не исключены грозы. Довольно прохладно, ночью в среднем до плюс 13, на северо-востоке плюс 1, плюс 5. Днем температура местами будет подниматься до плюс 25, на побережье до 17 тепла. Во Владивостоке в основном морось и туман, но при этом в среду вновь потеплее до 22 градусов. В дальнейшем синоптики прогнозируют новую порцию осадков. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Пора готовить документы. Приемная кампания в образовательных организациях Приморья стартует 20 июня. Иностранные художники украшают своими граффити Владивосток. Они приехали в приморскую столицу в рамках фестиваля «Верокс». Музей имени Арсеньева приготовил путешествие по истории Приморья для ребят на каникулах. Сегодня с вами Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Пора готовить документы. Приемная кампания в образовательных организациях Приморья стартует 20 июня. Иностранные художники украшают своими граффити Владивосток. Они приехали в приморскую столицу в рамках фестиваля «Верокс». Музей имени Арсеньева приготовил путешествие по истории Приморья для ребят на каникулах. Приемная кампания в образовательных организациях Приморья стартует 20 июня. Всего в этом году высшие учебные заведения края приглашают обучаться на бюджете более 6500 абитуриентов по очным и заочным программам подготовки. Для ребят, желающих поступить по целевому направлению, предусмотрено 1100 мест. Бюджетный набор ведут 7 вузов, среди них Дальневосточный университет, МГУ имени Невельского, ВГУЭС, Сельскохозяйственная академия, ДЛРФТУС, Медицинский университет и Институт искусств. Основной упор на привлечение молодых специалистов сделан в сфере здравоохранения и образования. Увеличилось количество бюджетных мест по целевому набору. По мнению специалистов, это помогает решить дефицит кадров в отрасли. Так, например, Министерство здравоохранения определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 по целевому набору. Это почти в два раза больше, чем ранее. Кроме того, расширилось и число специализаций. В этом году добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, клиническая психология и другие. К слову, в 2019 году каждый выпускник может подать документы в 5 вузов одновременно, в каждом из них не более чем на 3 специальности.
А тем временем Почта России в Приморье напоминает о правилах оформления почтового отправления при подаче документов в ВУЗ. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке. Но и самим отправителям нужно соблюдать правила. Для того, чтобы корреспонденция пришла вовремя и была доставлена по правильному адресу, необходимо направлять документы заранее. Следует перепроверить почтовый адрес приемной комиссии ВУЗа и правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя. Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить путь письма. Также можно воспользоваться экспресс-отправлениями. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Школьные каникулы в разгаре. Ребята, кто не сдает в этом году экзамены, уже ходят в пришкольные лагеря, работают в ремонтных бригадах и заняты в спортивных секциях. А для тех, кто еще не придумал, как разнообразить свой досуг, Приморский музей имени Арсеньева подготовил приключение «Межмузейный маршрут. Сам по следам». Его участники исследуют окружающий мир и узнают больше об истории Приморья. Игра-путешествие для детей и их родителей объединит 13 музеев Владивостока. Подробности у Евгения Черемухина. Креативный подход к детскому образованию на каникулах продемонстрировали во Владивостоке. Летний маршрут с необычным названием «Сам по следам» связывает сразу несколько музеев приморской столицы. Это целая игра путешествия для детей и их родителей. От Бахайского царства до современного искусства школьные каникулы в городе обещают ребятам много интересного. Межмузейные путешествия для семейной аудитории – это уже, можно сказать, российская традиция, которая укоренилась в Санкт-Петербурге и была там придумана в 2004 году. И в последующие годы заработали межмузейные маршруты в Москве, в Перми, сейчас еще в Эстонии, в Таллине и в Финляндии, в Хельсинки. Ну а теперь добрались и до дальневосточной столицы. Организаторы подчеркивают, межмузейный маршрут – это не просто экскурсия с гидом или педагогом-куратором. Это целое путешествие, где огромную роль играет элемент самостоятельного изучения и погружения в предмет. На помощь участникам должны прийти вот такие буклеты, а также интерактивное взаимодействие непосредственно с музеями. Собственно, это для нас тоже большая, наверное, часть радости вообще события, поскольку благодаря Лиле Геннадьевне мы стали частью этого большого события, у которой большая-большая история, и я думаю, большое продолжение. Организаторам пришлось немало поломать голову над тем, как сделать межмузейное образовательное ралли разнообразнее, как расширить аудиторию, но не потерять в качестве. В итоге объединили 13 музеев города в 3 полноценных маршрута, сменив концепцию на более простую, но не менее интересную. Потому что до этого это была наука и море, и мы добавили город, тем самым позволяя семьям, детям исследовать территорию еще и в городе, обращая внимание на разные предметы, и на природу, и на архитектуру, и на историю, на все, что нас окружает. Маршруты для удобства разделили на возрастные группы. Если детям от 7 до 10 интересно, чем расчесывали усы 1500 лет назад, то ребятам постарше предлагается почитать дневники пилигримов и путешественников, открывавших Дальний Восток. Или, например, нарисовать традиционный орнамент приморских аборигенов. К слову, в этом году «Сам по следам» имеет свой лейтмотив. Тема 2019 года – это «Человек, который». И каждый маршрут, каждый музей ровно развил эту историю еще на маленькие подтемы, и ровно это и посетитель, конечно, видит в нашем путеводителе. В проекте принимают участие все площадки Владивостока, от Приморского музея имени Арсеньева до Центра современного искусства «Заря» и Дома чиновника Суханова. Первый этап уже начался и продлится до середины июля. Второй следует сразу за первым и закончится аккурат ко Дню знаний. Евгений Черемухин, Сергей Туалтиев, новости на восьмом. Уже в эту пятницу, 21 июня, во Владивостоке стартует фестиваль «Верокс». Он вернулся в приморскую столицу теперь в новом клубном формате. А в преддверии фестиваля на улицах, а точнее на стенах зданий и сооружений, начали работать художники. Они создают новый фестивальный стрит-арт. Фрески появятся на стене здания на улице Пограничная, 6, в сквере городов-побратимов и в Центре современного искусства «Заря». Граффити создают иностранные художники, так на здании
здании, где находится основная музыкальная площадка фестиваля «Мумитроль Мьюзик Бар», творческий тандем французских мастеров создаст фреску, которая станет частью их концептуального проекта «Гарп Эйдж». Художник из Нидерландов изобразит в сквере городов-побратимов традиционную флору Владивостока «Корень женьшеня». В сотрудничестве с индусами появится граффити «Амурского тигра». Куратор выставки «Морская» Дмитрий Аски, московский художник и идеолог уличной волны, представит ЦСИ «Заря» работу «Поворотный момент» о внутренней борьбе и выборе пути. Предполагается, что изображения станут украшением города и точкой притяжения туристов. На этой неделе ярмарка во Владивостоке вновь будет работать два дня, в пятницу и субботу. Она традиционно развернется на центральной площади приморской столицы. Свою продукцию представят более 200 фермерских хозяйств и местных производителей. С самого утра пятницы любой желающий сможет приобрести на ярмарке первую приморскую клубнику и другие ягоды, фрукты, овощи, а также свежую зелень, овощи, ароматную выпечку, полезные морепродукты, мед, мясную, молочную продукцию и рассаду. Ярмарка будет работать на площади борцов за власть Совета в пятницу с 8 до 18 часов и в субботу с 9 до 18. Приобрести свежие фермерские продукты приглашают всех жителей и гостей города. Для всех, кто верен печатной прессе, в эти дни продолжается подписка на второе полугодие на газету «Владивосток», а также такие издания, как «Сады и огороды Приморья» и «Семь дней в Приморье». Для удобства читателей предусмотрены разные варианты подписки. Например, можно получать газету 4 раза в неделю, а можно один раз, но с телепрограммой или в комплекте с журналом «Сады и огороды». Напомню, что особые условия по подписке на газету «Владивосток» действуют для ветеранов войны и труда, инвалидов и малоимущих граждан. Подписку на издание на второе полугодие можно оформить во всех отделениях почтовой связи до 25 июня. А если вы хотите сделать приятное своему бюджету и оформить подписку дешевле, то вас ждут в редакции газеты «Владивосток» по адресу Народный проспект 13. Подписаться на газеты и журнал непосредственно в редакции можно до 21 июня. И далее о спорте. Приморский «Луч» провел первый межсезонный матч против «Сатурна». Хоккеисты «Адмирала» готовятся выйти из отпуска. Турнир по дворовому футболу в седьмой раз пройдет во Владивостоке. Подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» отыграл первый межсезонный матч. В товарищеской встрече, которая проходила в городе Раменское, приморцы играли с «Сатурном». От желто-синих на поле вышла молодежь и потенциальные новички команды. Счет в матче открыли хозяева уже на 10-й минуте. Ближе к концу первого тайма Максим Насадюк забил ответный мяч, и при счете 1-1 команды ушли на перерыв. Во втором тайме «Сатурн» вновь вышел вперед. А вскоре случился и довольно курьезный автогол. Пас на вратаря оказался слишком сильным, и мяч залетел в ворота. Был у приморцев шанс вернуть хотя бы один гол, однако назначенные пенальти «Луч» не реализовал. 3-1 победа «Сатурна». Напомню, что сейчас владивостокский клуб находится на сборах в Москве, где готовится к чемпионату и формирует состав на следующий сезон. Также «Луч» планирует провести еще несколько товарищеских матчей, следующий из которых пройдет уже 19 июня против клуба «Сочи». Хоккейный клуб «Адмирал» поделился своими планами на летнюю подготовку к чемпионату. Уже 9 июля спортсмены выйдут из отпуска и начнут тренироваться во Владивостоке. В это же время моряки планируют по два раза сыграть с «Ермаком» из Ангарска и хабаровским «Амуром». Затем 2 августа команда отправится в Мытище. Там будет проходить второй этап подготовки к сезону. Моряки проведут две контрольные встречи с действующим обладателем Кубка Гагарина, с ЦСКА. После этого «Адмирал» поедет в чешский город Пардубице, где примет участие в местном турнире. Учебно-тренировочный сбор будет идти до 24 августа. Ближе к концу лета также будет объявлен календарь КХЛ, который и определит следующие планы приморцев. Ежегодный турнир по дворовому футболу приглашает к участию юных игроков Владивостока. Уже 7-е по счету любительские соревнования пройдут с 26 по 30 августа на одном из пришкольных стадионов города. По традиции борьбу за кубок развернут 3 возрастные группы – от 12 до 20 лет. Турнир будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием после одного поражения. Состав подростковой команды от 7 до 12 игроков. Игры пройдут в 2 тайма по 10 минут. Одно из главных условий для участия – отсутствие профессионального опыта. На поле должны быть только любители. Заявки принимаются до 13 августа. Все подробности можно узнать по указанному телефону. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке.
Ремонт Некрасовского путепровода начнется через пару недель, а пока власти продолжают организацию альтернативного проезда. Дорога соединит Мыскунгасный и Моргородок. Новые технологии, отсутствие очереди и грамотная работа регистраторов. Медицинские организации Приморья участвуют в проекте «Бережливая поликлиника». У главных врачей в Приморье могут сократиться зарплаты, их привяжут к исполнению национального проекта «Здоровье». Музей имени Арсеньева решил сделать каникулы приморских школьников интереснее и полезнее. Ребята и их родители ждет межмузейный маршрут «Сам по следам». Приемная кампания стартует в вузах региона. Предусмотрено 6,5 тысяч бюджетных мест. Желающих поступить по целевому направлению ждет 1100 мест. Иностранные художники украшают своими граффити Владивосток. Они приехали в приморскую столицу в рамках фестиваля «Верокс». На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В третий раз мировое сообщество празднует День устойчивой гастрономии. Впервые его отметили в 2017 году. Решение ООН было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира. Логическое продолжение такого дня – гастрономический туризм, который должен решать и такие задачи, как эффективное использование ресурсов, защита окружающей среды, культурного наследия, культурных ценностей и разнообразия. И здесь Приморью есть где развернуться. Фестивали гребешка, мидий, крабов, наваги уже сегодня входят в топы российских рейтингов. А жители и гости края едят и нахваливают. На вкусные кадры приготовления приморских деликатесов смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8.